Ну чё, друзья, я думаю, что вы уже заметили вот эту вот приятную циферку на моем канале, да? Вот я вот заметил, и мне было очень приятно. Только продержалась она там совсем недолго. Тут есть небольшая загвоздочка. На тот момент, когда я это записываю, там уже 6 тысяч. Вы что творите? Я когда это видео выложу, там будет уже 10 тысяч. Друзья, я не успеваю вас благодарить. Вы что делаете? Ладно, я очень вам за это благодарен, и мне ничего не остается, кроме как снова показать вам своего гуся. Блин, это выглядит агрессивно. Парень, ну что с тобой не так? Ну, подожди, отдай мяч, ты не против, если я его заберу у тебя ненадолго? А, понятно, ты его сын, что ли? Почему ты меня тоже пинаешь? Я гусь-футболист, ты не знал? Слушай, я могу тебе шнурки развязать, а? Моя месть будет ужасной. Опа! Ну, теперь мучайся с этим, а самолет я заберу себе. Парень, прости, я не хотел. Блин, это прикольно выглядит. Теперь наш Валерчик еще и с очками. Правда, он держит их в зубах, но ничего страшного, я уверен, ему все видно. Вот так вот должны выглядеть гуси высшего света. Начитанные и умные. Ты еще кто такой? Бабка, здорово. Что ты на меня так смотришь, а? Я просто гусь в очках. Блин, нашего Валерчика никто не любит. Ну-ка посмотрите на него, он же в очках. Так, а что нам сделать? Нужно, как вы, наши дальнейшие действия, наши планы. Сломать метлу. Тетя продавщица, чем вы торгуете? В смысле метла? В смысле метла? Нет, Вот так вот все с гусями. Я тебе сейчас в нос клюну. Слышишь меня? О, а мы можем гараж открыть? Это вряд ли. Что? Что с самолетиком не так? У него ностальгия по самолетикам там. Вьетнам. Тогда пойдем раскидывать мусор. Блин, по-моему, мы только беспределим здесь. Пойдем быстрее, 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 быстрее. Моя метла, моя метла. Отстань. Отдай мою метлу. Ну чё, как тебе живется без метлы? Она только что попыталась ее поставить на землю, но она упала. Гениальный человек. Теперь у меня есть еще и палка. Подожди, оставь гусю туалетную бумагу. Ты же не знаешь, для чего она ему нужна. Я хочу срать. Отдай, пожалуйста, оставь ее мне. Бессердечная женщина. Мы будем агрессивным гусям. Мысли, ты чё, швабру нашла, что ли? Ты шутишь? Палка, только бить меня не надо. Да чё? Только не в жопу. Зато у нас есть зубная щетка. У нас гусь будет хорошим. Он будет чистить зубы. Чё? Касса? У, деньги. Подожди, тетя, оставь мне морковку. Ладно, ты пока возись с ней, я пойду заберу себе другую. Да подожди, оставь мне этот чертов апельсин. Ну чё, тебе жалко, что ли? Да подожди, ну не трогай. Стой, это он, это мне подкинули. О, фига там дядька какой стоит. Опусти меня туда. Ну да, мы же просто гусь. В смысле? Выпустите меня. А что теперь поделаешь? Придется так ходить. Ладно, давайте скинем эту бутылку, она мне не нужна. Погодите, надо взять очки. Да иди, не пинай меня. Я тут очки присматриваю, отстань от меня, женщина. Смотри, я покусился на твою морковку, иди догоняй. Попасть на ТВ. Это задача уровня гусей. Малена, как нашей гусиной морде туда попасть? Надо забрать у нее эту палку, она достала меня гонять ей. А что это такое? Я так и не понял, что это такое, для чего это нужно? Это что, рация? Зачем она мне? Мы будем тайным агентом гусем. Я смотрю, вы игрок. Ну чё, нету швабры? Ну что ты будешь делать? А, то есть будешь пинаться ногами, понял? Тёть, оставь зонтик, на улице дождь будет. А я гусь. Конечно, как с гуся вода, но мокнуть никому не хочется. Ладно, я же просто гусь. Но я тоже хочу сходить в магазин. Нужно закупиться продуктами, которые мне нужны. Это что такое? Такого в гусиные планы не входило. Так, мне нужна зубная щетка. Ты ж не против? Отстань. Я нашел ее в мусорке, имею полное право. Все, щетка тоже гусям пригодится, я уверен. Гуси тоже какают. Туалетная бумага мне тоже пригодится. Опа. Блин, что так криво-то, а? Опа. Отлично. Мне нужна расческа. Буду расчесывать свою жопу по ночам. А, ладно тебе, да ладно тебе. Тетя, а ты так не можешь. Блин, нужно залечь на дно. Нас ищут из-за украденной щетки. Постоим, пока почистим фары. Так, ну что, и как гусь мы что ли не хотим есть? Поэтому мы будем жрать консервы. Гусиные консервы. Сельдерей. Кто бы мог подумать, а? Гусь собирает корзину с едой. Я вот тут список покупок запомнить не могу, а гусь знает, что ему нужно купить поесть. Заберись сопляка в телефонной будке. Да пожалуйста. Иди отсюда. Иди, пошел. Иди. Погоди, погоди. Пусти. Дядя. Пусти, я тоже хочу туда. Пусти меня, пусти, я хочу зайти. Дядя, это тетя. Мы, главное, зайдем внутрь. Тут нифига нету, вот это да. Зато есть кнопка, что мне даст кнопка? Блин, мы не попадем на телевизор. Да пофигу. Мы попали на телевизор, вы только посмотрите на это. Гусиный, подожди, она бьет меня в прямом эфире, за что? Ладно, свои гусиные дела мы уже сделали. Запереть продавщицу в гараже. Это как? Есть что-то, с чего боится продавщица? Смотри, я беру твою морковку, и ты идешь меня ловить. Вон, морковка, смотри. Иди, забери. Алло, ты куда пошла? Какая-то ты странная. Пошли, смотри. Машинку забрал. Тебе резко пофигу стало или что? Будешь знать, как гусей мучать. Ха-ха-ха. Ну что, теперь мы стали полноправными владельцами магазина. В смысле? Парни, пора бежать. Надеюсь, ты не будешь за это убивать бедного гуся.
Блин, она все спалила, всю мою лазейку. Блин, она починила метлу. Я сейчас возьму это чертов доместос и попшикаю тебе в глаза. Ты видела когда-нибудь такого агрессивного гуся? Я тогда мелок хотя бы на память заберу с собой. Что вы докопались до очкастого гуся? Почему ты не била парня? А, что вообще? Что? Ай, ладно. Она, видимо, против того, чтобы гуси носили очки. Кот красный, нас спалили. Побежали сюда, здесь нас точно не спалят. Хм. Перед нами гусиная развилка. Пойти налево или пойти направо? Сложно. У, это что, колодец? Монетка? Я хочу, что хочет моя гусиная башка. Хочу чевапчич. Че, ничего что ли? Где мой чевапчич? Блин, нас обманули. Как можно обмануть очкастого гуся? О, да ладно. Это что, то же самое место? Погоди, я найду эту чертилу. Ага, вот ты где вылез, да? Вот черт, он еще и успел забить эту табличку, а? Все, здесь поправил и варенье мое забрало. Только посмотрите на него. Да ничего, я не буду опускаться настолько низко, чтобы мстить ему. О, какой прекрасный мост. Где это мы? А, тут закрыто. То есть меня гуся не пускает. Подождите, я бы мог здесь пройти. В смысле я не могу здесь пролезть? Интересно, я могу упасть? Не могу. А, так тут и есть тайная лазейка. Так вот оно что. Блин, какие-то мародеры мы. О, нас не спалили. Мы гусь под прикрытием. Нужно скрыться. Доложите, что видите. Вижу куст. Блин, походу он против, что я здесь. В смысле? Куда ты понесешь мои очки? Мужик, ты охренел? Ну-ка сюда иди.